Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Забираем свои ежедневные награды и переходим в магазин для того, чтобы открыть пак. Так, кто нам здесь выпадает? Змейка Вью. Так, после этого мы с тобой летим в список, выбираем нашего сплинтера и продолжаем его прокачивать. Так, нам нужно с тобой найти 5 геймпадов. А точнее джойстиков. Давай попробуем. Так, один есть. Давай еще. Второй. Так, второй, все, да? Давай здесь попробуем вытащить. Так, здесь нам выпадает джойстик. Это все не то. Так, здесь мутаген. Тут нам... Ага, геймпад. Да что такое, джойстик, дайте мне, пожалуйста, а? Геймпад опять выпадает. Мутаген. Слушай, что-то не везет нам здесь. Может быть, тут лучше. А вот и джойстик. Так, сколько еще нам нужно с тобой? Еще 2. Учебники, это ерунда. Опять учебники. Вы издеваетесь надо мной, да? Я так понимаю. Крюк-кошка, который никому вообще не нужен. А вот он, джойстик, выпал. Опять учебники. Мутаген. Так, у меня 206 телепортов осталось. Опять геймпад, да что ты будешь делать? У меня сейчас кончится пицца. Такими темпами. Да ладно. Вот так фокусы, может быть, здесь получится вытащить, а? Все, ребята, вытянули. Так, итого нам нужно будет с тобой еще вот этих вот 14 шляп с напитками и 17 наушников. Но это уже будем в следующих сериях добывать. Да, не думал, что будет так тяжело найти эти джойстики. Забираем награду и поднять уровень персонажа. А так как у нас с тобой мало мутагена, мы с тобой это сделать не сможем. И пойдем мы с тобой на турнирную арену. Так, мы с тобой уже в Лиге Самураев. Вот так вот нас быстро сбросили. Ну что, давай потихоньку, полегоньку будем с тобой дальше подниматься на вершину. Так, что у нас здесь? Джесс, Карл, Григорий. Давай Григория возьмем, наверное. Так, 44 уровень. Ну, здесь можно сделать, знаешь как? Возьму, например, нейтрализатора. И ко всему прочему... Слушай, нифига подобного. Мы лучше сделаем с тобой немножко по-другому. Нейтрализатор я пока отпущу. И возьму сюда, вот, Джастина. А к Джастину поставим еще кого-нибудь слабенького, да? Например, голубя Пита. И вот мне интересно сейчас посмотреть, справится ли Джастин с противниками. С первого раза. Ну-ка. Упс, не справился. Так. Ёпарасете, вот это мы попали. Друзья мои, вот это мы попали. Минус Донни. Чтоб этого Джастина разорвало на кусочки, а? Слабак. Просто слабак, друзья мои. Просто подвел всю команду. И меня в том числе. Больше я не буду с ним вообще никого отправлять. Он недостойно быть лидером, так сказать, да? Нет, недостоин совсем. Так, ладно. На ошибках учится. Кстати, у нас с тобой 90 монет. Мы с тобой, знаешь, что можем сделать? Зайти в магазин. И... вот так вот. Ну что, друзья мои. Леонардо. Идем в список. И вот он. 5000 мутагена. Конечно же. Конечно же, он получает 4-ю серебряную звезду. И открывается у него новый скилл — маневр уклонения. Леву находит способ обхитрить врагов. В начале хода есть 10% вероятность улучшить уклонение на 25% на 2 хода. О как. А для того, чтобы перевести его... Да, ребята. Только что нам нужно для этого? У нас все это есть. И, соответственно, мы сразу же его переводим в золотой ранг. Вот это, я понимаю, бустанулся, да, Леонардо Космос?
Так, и сделаем с тобой следующее. Поднимем уровень. Вот и все. Еще надо один. Прекрасно. Вот так вот, ребята. Леонардо Космос у нас имеет 4 звезды. Это круто на самом деле. Ну, а мы с тобой продолжаем бои на арене. Так, выбираем. Может, дадут мне все-таки 15-19. Например, как вот здесь вот. Конор. Конор любезно согласился. Я беру Армагона. А вместе с Армагоном мне, как говорится, никого не страшно брать. Тем более самых вот этих вот маленьких. А знаешь почему? Потому что Армагон их сейчас всех порвет. Не веришь? Смотри. Сейчас он кинет валунчик свой. И все. А нам что нужно? Конечно же, только победа. А как мы ее добиваемся, это уже никого не колышет. Так что двигаемся с тобой далее. Так, попадаем мы с тобой на 12 место. То есть сейчас мы с тобой вернемся в Лигу Сёгунов. Угу. Так, Армагоша, ты уж извини, 50 откатов у меня, ребята, 50. Мы сейчас с тобой всю аренку пробежим. От начала и до конца, до последнего бойца. Да-да, это я тебе обещаю. Ты спросишь, а зачем ты берешь Армагона? Ребята, я вам объясняю. Так будет намного быстрее и проще вернуться на свое прежнее место. Были мы с тобой, если не ошибаюсь, в лиге Сёгунов 3 звезды. Да, именно там мы с тобой остановились. Поэтому, если мы хотим с тобой наверстать все это, нам нужно применять именно топового бойца, а вместе с топовым бойцом брать слабеньких. Вот так. Так что поехали. Кого бы взять? А может быть, дадут все-таки 15-20, не? Не хотят? Видимо, не хотят. Ладно, я не гордый. Возьму тогда Тейлора. Возьму Тейлора, Армагона верну. Так, Майки, подожди пока, ты не лезь. Без тебя обойдемся. Твое время еще не настало. И берем вот этих вот красавцев. Слабеньких, но тем не менее, именно за них мы получаем кубки. А за счет кубков мы, конечно же, с тобой и поднимаемся по лиге вверх. Бамс, все. Нет, можно, конечно, попробовать на равных поиграть, но я тебе еще раз говорю, что на равных не получится. Во-первых, у меня, если брать уровень, то именно у компьютера персонажа такого же левела, например, 50-го, они будут у него прокачаны в топчик все, то есть по скиллам, имея все звезды. А мои персонажи будут в разнобойку, то есть, ну, как бы не получится у нас честной битвы. Ну что, у нас тут Хусайн какой-то. Берем... Тихо, Лео, подожди. Берем... А хотя можно и Лео здесь взять. Возьмем с тобой, наверное, Лео тоже, да? И еще четверочку слабых персонажей. Ну, Леонардо, мы все прекрасно знаем, тоже топовый боец. Это один из самых первых моих топовых бойцов, который самый первый перешел в платиновый ранг, который начал всех наказывать. И с помощью которого, в принципе, я бустанулся по этой игре. В общем, не только я имею в виду на арене, а полностью за счет него начал проходить всякие испытания, получать ДНК на разных персонажей и как бы продвигаться, прокачиваться быстрее. Поэтому он как бы достоин уважения. Ну что, друзья мои, 15-20, это у нас Джефферсон, берем. И Усаги. А Усаги у нас получается это второй топовый боец, который у меня появился после Леонардо. То есть я его как бы прокачал, и я его раскрыл потенциал, и очень-очень был этим доволен. Это как бы для меня второй топовый боец из нашей элиты. Ну и третий, конечно же, это будет Армагон. Потом у меня идет Супер Шреддер. Потом, наверное, скорее всего, будет Крэнк. А там уже посмотрим, кто еще будет достоин быть лучшим. Потому что многие спрашивают: Рэй, а кто твой любимый боец? Ребята, у меня бойцов очень много любимых, но есть топовые, которых я в первую очередь прокачивал, и поэтому как бы они мне, наверное, ближе. Вениамина берем.
А не ближе в чем? Потому что вложил в них душу, елки-палки. Я, знаешь, сколько играю в эту игру? Уже года три получается, да? Ну, 2,5 точно. Не каждый, конечно, день, но практически через день, ребята. И все эти бойцы мне как родные, все вот эти герои. И они меня не перестают удивлять, понимаешь? Я думаю, что я их всех знаю, но на самом деле получается, что нет. Особенно, когда какого-то нового бойца ты получаешь, да? Переводишь его, например, в платиновый ранг. Ты от него ожидаешь какой-то определенной отдачи. А он показывает тебе задницу и говорит: а фигушки, Рэй, ты угадал. Так со мной не получится. Понимаешь? И ты начинаешь думать: блин, да как же так-то? В золотом ранге вроде бы дрался прекрасно. В платиновый ранг перевел, ты начинаешь хандрить. Почему? Начинаешь гадать, начинаешь искать какие-то маневры, какие-то там выходы, какие-то комбинации. И понимаешь, дело в том, что ни одна из этих комбинаций, которая раньше, например, работала, она не повторяется практически дважды. Ну, не считая вот того, что мы с тобой делаем, да? Я имею в виду, выступая топчиками против слабых. Это всегда работает абсолютно, ребята. И то, я удивился тогда, ну ты помнишь, да, когда Армагон 100 уровня не смог завалить Кирби 50 там какого-то уровня. Ну, ребят, ну как тут глаза не вылезут на из орбит, да? При виде такого. И даже вот вы писали мне в комментариях, у него там иммунитет, ребят, я все понимаю, но не настолько же, понимаешь? Не настолько, разница в 50 уровней, и Кирби, который сам по себе слабак, выжил от суператаки Армагона, от которой практически, ну, никто не выживает. Вот так вот, ребята, вы говорите, кто у тебя лучший. Они все хороши, все по-своему. Так, ну что, мы с тобой на 79-й позиции. Естественно, мы с тобой перейдем, наверное, в Лигу Сёгунов 3 звезды. А вот до мастеров хотелось бы, конечно, добраться. Потому что, ребята, у меня очень мало времени. Отпуск заканчивается, и скоро надо будет арбайтом. А когда мы будем работать, у нас будет, точнее, у меня будет намного меньше времени уделять играм. Так что вот так вот. Они будут, но не так часто. И не будет такого огромного разнообразия. Будут, наверное, 2-3 игры, которые постоянно будут выходить. Ну и на выходных, по возможности, будем в разные другие игры играть. Плюс еще не забывай, второй канал у нас тоже, который посвящается компьютерным играм. Про него тоже нельзя забывать. Как бы и придется вот эти вот выходные, которые коротенькие очень, как-то вот делить. Плюс еще свои дела какие-то надо делать. Ну, ты понимаешь, да? Так, ну что, мы с тобой летим на 57-ю позицию. Так, что у нас тут? А мне не хотят дать, да, 16-21? А вот, вот, только сказал, смотрите-ка. И Вениамин тут как тут. Он готов предоставить мне такую возможность подняться по рангу намного быстрее. Слушай, персонажей у нас еще с тобой довольно много. Так что вполне, может быть, даже перейдем в Лигу Мастеров. Давай, Армагуша, угости их валуном. Бамс. Ну ты посмотри, что он делает. Они все падают. А Кирби каким-то образом успел, умудрился выжить. Вот после такой атаки я, мне до сих пор в голове не укладывается. Как? Хотелось бы, знаешь, вот сейчас вот еще бы такую схватку посмотреть. Вот будет Кирби, например, где-то, да? А мы можем, кстати, сейчас, знаешь, что сделать? Смотри. Ну нету такой, видишь, команды, где бы был Кирби. Хотя мы можем с тобой рулить. Так, нету. Тут тоже нету. Да ну, ребята, кто будет брать в боевые, извини меня, лиги Кирби? Но тут его нету. Видишь? А, вот, 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 ребята, смотрите. 15-20. Давай попробуем. Как раз вот примерно 54 уровня как раз Кирби и был тогда. Или 56-го, я уже не помню. Сейчас мы как раз-то с тобой и проверим. Тут Хан, друзья мои. Слушай, а по инициативе Хан не переплюнет ли моего Армагона? Ладно, в любом случае, если он даже кого-то ударит, он не уничтожит. Он просто нанесет урон, и персонаж мой выживет. А вот выживет ли Кирби против
Армагона. Сейчас проверим. Ну-ка. Не знаю. Ребят, он здесь просто рассыпался. Он даже ничего не смог сделать. А как же тогда там все получилось? Вот такие вот, ребята, бывают интересные случаи, которые просто поражают, понимаешь? Или как зэк, да? Он, который считается у нас постоянно, ну, таким. Он слабый сам по себе боец. А вспомни, был какой-то поединок, не помню в какой серии, когда он бросает свою бомбочку, и все падают. Он бросает бомбочку, которая идет на замедление, и он этой бомбочкой уничтожает всех. Как такое может быть? Это просто, ну, это недопустимо. Но он это сделал. Ой, в общем, вот такие вот, ребята, пироги. Так, ну что, давай двигаться дальше. Сегодня у нас... хотел сегодня много, ребята, игр поснимать. Но что-то какая-то слабость, не знаю. Может быть, подзаболел или еще что-нибудь. Короче, как бы нету настроения. Надо, наверное, немножечко все-таки отдохнуть. Поэтому, наверное, может быть, завтра или послезавтра. Посмотрим, как нам получится. Перед выходом на работу, как говорится, хочется отдохнуть по полной программе. Так, ну что, друзья мои, я нас поздравляю. Мы с тобой в Лиге Сегунов 3 звезды. Так, давай. Не будем, как говорится, унывать. Йилбек. Нет, лучше Дмитрия возьму. Так, возьмем Дмитрия, возьмем опять Армагона. Хотелось бы, конечно, попасть сегодня в Лигу Мастеров. Одна звезда. Лучше бы две звезды, но это уже нереально. Но, тем не менее, мы вернулись с тобой на наше место, с которого мы закончили. Это Лига Сегунов 3 звезды. Сегодня будет у нас испытание после арены. Это у нас испытание... А какое испытание-то у нас? Ага. Случайно не девичья сила? Нет, 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 не девичья сила. Там у нас будет Шинигами, Кунаичи. По-моему, свет в темноте. Или я ошибаюсь? Короче, мы с тобой посмотрим. Сейчас поиграем. Тут осталось уже немножко боев. Боев 5. Это максимум, что мы можем сегодня выжить. А ну-ка, роднульки расступились. Армагон, давай. Бумс. И вот смотри, сколько мы с тобой уже играем. Еще ни разу не было такого, чтобы кто-то выжил в данном случае после удара Армагона. Нет таких бойцов. Окей. Так, давай смотреть, что дальше. Он будет 60-я позиция. В бой. Так, кто тут у нас? Ну давай возьмем Дилана. Возьмем Дилана. Возьмем опять Армагона. И вот этих вот бойцов. Хан здесь 60 уровня. Я просто прекрасно знаю, что на каком-то уровне Хан может переплюнуть Армагона. Но вот на каком именно, с какого левела это происходит? Не знаю. Пока Армагон просто, ну, машина для убийства, ребят. Ну никто не может против него здесь выстоять. Да, я не спорю, он 100 уровня. И мы воюем с тобой против 60-х. Но выстоять никто не может. А Кирби какой-то 56-го или 54-го в свое время выстоял. Так, ну что, у нас уже Кевин 16-22 идет. Так, давай мы с тобой, наверное, сделаем. Понимаешь, я могу взять вот этих вот бойцов остальных. Но по инициативе они, скорее всего, сфейлятся. У меня упадут некоторые бойцы, я этого не хочу. Давай пройдем идеально. Уже и так был первый поединок фейловым, потому что нам уронили одного бойца. Это все из-за Джастина, который нас подвел. 80-й уровень Джастина не справился, извини меня, с какими там 40-ми. Не смог их уничтожить с одной попытки. И все. И начали нас разбирать команду. Ну что, я думаю, еще бой другой, и мы уже в Лиге Мастеров с тобой. Так, давай-ка возьмем Чингисхана, ё-моё. Ну ничего себе. Чингис. Окей. Раз, два, три, четыре. Да, у нас еще два боя, получается, останется. И все, ребята. И пойдем уже на испытание.
Ну-ка, смотрим. Сможет ли здесь Армагуша? Ну ты посмотри, ну он любого уничтожает. Я не знаю, ребят. Вы можете сказать, это совпадение, а я почему-то в совпадение не верю. Что-то сегодня Армагон в ударе у нас. Всех лошадь налево и направо. Так, ну что, а вот уже и Лига Мастеров, ребята, виднеется. Как говорится, за бугром. Кто тут у нас? Чентинелла. Хорошее имя, Чентинелла. Так, здесь мы с тобой возьмем. Да, в принципе, тут уже можно Армагона не брать. Тут своими силами справимся. Единственное, что остается у нас команда какая-то неотыгранная. Придется тратить 3 отката. Железноголовый так бежит, ты видел, как сумасшедший, сломя голову. Ну-ка, давай, майки. Так, Рахзар встает в стоечку. Делаем с тобой баф. Ай, красота, ты посмотри. На Рахзара упала контратака. И это круто. Что может быть прекраснее, да, ребята, когда... Ого, ого. Эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо-тихо. Ребятулечки, вы что тут? Нет. Рахзарчик, на самом деле я думал... Да иди ты. Ё-моё. Так, срочно бомбим. Вот так вот, ребята. 67 уровни чуть было не разбомбили мне Рахзара 80 уровня. Но согласись, он держался молодцом. Потому что практически четверых он смог отразить. Тем более он 80 уровня, а у нас почти 70-ники были. Вот так вот. Ну, а мы с тобой забираемся в Лигу Мастеров. Так, и еще у нас с тобой будет последний бой. Сейчас мы подберем командочку. Рафаэль, Бакстер, я возьму Армагона сюда, я возьму Усаги и кого-нибудь из самых-самых-самых молодых. Донателло. Пускай будет так. Потому что кто-то говорил, я говорю, ребят, я для чего я маленький беру? Чтобы они получали уровень. Кто-то говорит, они не прокачиваются. Сейчас тебе покажу. Все уже, наверное, знают, что все-таки мои персонажи прокачиваются, они получают опыт, экспо. И я тебе сейчас докажу. Он 30 уровня, ребята, да? У нас не получит уровень кто? Усаги, Армагон. Все топовые, они не получат ничего. А вот теперь смотри. Вот видишь вот этого, подожди. Что-то не то, да, ребят, по-моему, я показал. Не здесь это, по ходу дела, показывается. Это в другом месте. Когда идет опыт им. Но прокачка все равно идет. Так, ну что, ребята, мы на этом с вами заканчиваем. Именно на арене выступать. И переходим на испытания. Так, вот, городская война, тени на солнце. Мы с тобой будем проходить. Потому что здесь нам нужна кунаичи и нужна шинигами. Поэтому поехали. Так, а у нас тут бойцы-то, смотри, какие. 80 уровень, ребята. Не топовые, далеко не топовые. Ага. Так что будем пытаться здесь как-то выживать. Хм, интересно. Совсем другая команда, ребята. Я такой команда, если честно, не дрался или дрался, но это было так давно, что я уже и не помню. Ну, первый уровень понятно, мы с тобой пройдем на изи. А вот когда будет шинигами, а это будет, по-моему, предпоследний этап, я даже не знаю, что у нас там получится. Так, минус. Минус. Ну, первое понятное испытание, оно самое легкое. Второе, третье, четвертое тоже легкое будет. Они вообще, по идее, все легкие. Только уже где-то в конце будут проблемки. Так, здесь у нас идет Донателло. Это для нас тоже не проблема, друзья. Так что давай смотрим. Ставлю, естественно, на автобой и глядим. Так, вырубили. Подбили. Переходим с тобой на вторую волну плавненько. Уничтожили. Вообще, проще пареной репы, да? Здесь достаточно было бы, наверное, бомбочки от нашего зэка, да? Или же, например, той же самой массовой атаки от нашего супер-шреддера. Или супер-волны от Бакстер Стокмана.
И они бы все рассыпались. Но, видишь, они почему-то предпочитают вот так вот бить всех. А когда остается один персонаж, они, как назло, врубают свои суператаки. Ну что, у нас здесь морозильная кошка. Потом будет Микеланджело. И уже после идут... По-моему, Кунаичи идет потом. Ну, здесь опять же все быстро. Всего лишь три волны. И, как ты видишь, мы их с полтычка все разбираем. Это 30 уровень. Потом будут 40-е и 50-е. Где-то на 60-м уровне мы уже будем с тобой немножко, как тебе сказать, подхрамывать. То есть одного бойца мы уже будем не с удара бомбить, а придется по нему два раза бить, чтобы он упал. Вот здесь бы на самом деле бы я бы сделал просто одну массовую атаку и все. Нет же, они колупают их вот таким вот образом. Ну, в принципе, все. Победа здесь за нами. Три звезды. Я ничему не удивляюсь. И мы с тобой двигаемся далее. Морозильная кошка. Так, ну что же, да, у нас с тобой Майки, а после Майки идет Кунаичи. А потом уже будет и Шинигами. Так, опять же, врубаем с тобой автобой. Тут 40-й уровень бойцов. Вражинских. Сам понимаешь, да, это нам на один удар. Окей. А Супер Шардер, я уже смотрю, настаковал тебе броню, да? Точно. Он практически сразу ее стакает, поэтому круто. Было бы еще, ребята, классно, если бы он ее, как тебе сказать, копил бы. То есть одна броня, две брони, три брони, четыре брони и таким вот макаром. Это было бы вообще, конечно, классно. У них же есть такая фигня? Есть. Когда, например, два кланфутовца там есть определенных, которые могут стакать именно броню. И вот они, когда вдвоем ходят, они стакают две брони. То есть мне приходится два раза ударить, чтобы отнять у них все эти две брони. А уже после этого мы начинаем их разбирать. То почему бы здесь, например, Супер Шреддеру, да, вот так же. Вот он ударил, настакал себе броню. Ударил, например, второй раз. Хоп, опять срабатывает. Видишь, срабатывает стакан. Вот, второй раз ударил, оп, две брони. Я думаю, было бы справедливо. Так. Ну, опять же, здесь 50 уровень, ребята, мы разбираем их на изи. Причем здесь 4 волны. Так что все окей. Конечно, хотелось бы больше сыграть или получить таких персонажей, как Кожеголовый, да, например. Голубь Пит. Кролики. Вот сейчас как бы акцент у меня вот на таких. На такие персонажи. Крэнк. Так, ну-ка. Ну, я в свое время, да, Супер Шреддера тоже, ребята, долго-долго я на него копил. И многие пишут в комментариях: Рэй, а как ты получил, например, золотого бойца? Или как ты перевел? Друзья мои, я могу вам сказать одно. Если вас интересует, как... Так, забираем с тобой Кунаичи и идем за Алапекс. Так, поехали. Я говорю, если ты хочешь узнать, как вообще все происходило, вот эта вся прокачка с самого начала, ты можешь посмотреть весь плейлист, перейти на самые первые видео, и в принципе оттуда все будет ясно. Там изначально все как раз прописывалось, когда я получил кого, когда я кого-то прокачал, все серии в принципе идут по названиям. Так что ты элементарно можешь посмотреть, когда я получил того-то персонажа или какого-либо другого, и когда я перевел, например, даже когда первый платиновый боец появился, да, тоже была такая серия. Так и называлась, по-моему, первый платиновый боец. Или я Лео перевел в платиновый ранг, что-то типа того. Уже не помню, это давно было. Но это было прикольно и незабываемо. Так, ну что, Рафаэль тут берет провокацию, мы его за это наказываем. Слушай, Шинигами все-таки мы с тобой получим. Мы должны получить ее. Так, ну здесь победа. Все отлично. Кстати, а кто у нас там последний на розыгрыше стоит? Шинигами последний. Сейчас глянем. А, последний у нас Сплинтер. Ну, я думаю, на Сплинтера идти не стоит. Или все-таки добьем уже полностью? Ну, давай добьем, фиг с ним. Так, здесь противники уже 70 уровня, поэтому, ребят, я, наверное, сам тут попробую разрулить. Поехали, стакай броню.
Не стал. Не стал он, ребята, стакать броню на себя, Супер Шреддер. Давай волну тогда. Норм. Так, ну здесь ничего страшного нету. Поехали. Супер атаку, конечно, можно было бы сделать, но зачем? Зачем нам тратить, да, такую прелесть на вот этих хохломонов? Там будут противники посерьезнее. На. Ой, зря ты это делаешь. На. Двигаемся дальше. Так, здесь опять у нас эти дроны. Давай маузеров вызовем. Не будем здесь долго париться. Ага, стоят голубчики, да? Ну-ка, зэк. Хоба. А теперь Супер Шреддер. В наказание всех, да? Ну и вот последние тут у нас бойцы. Ну, возьмем, наверное, все-таки провокацию здесь. Плюс дополнительную защиту, чтобы не пробили. Ну и поехали. Минус. Так, давай-ка мы попробуем так сделать. А-тя-тя. Шинигами не упало. Не упало, ребята. Понизили атаку. Мы с тобой сделаем вот такую штуку. Сердцебиение. Это постепенный отхил. Уничтожаем шинигами. Упс, а я думал, что убьет Рокзарчик. Ну да, постепенный урон все-таки ее уничтожил. Так, ну что вы, ребята, здесь крутите, мутите. Давай проникающим, Крис. Красавчик. Так, караечка. Не надо выделываться, а? Отдохни. Ой, блин, я думал, что карайку, ребят, сейчас подобью. Даже уклонение не помогает. Ой-ой-ой-ой. Все, роднулька, тебе крышка. Все-таки напоследок она копишком решила, да, побаловать. Ну и пока. Все, друзья мои. Ну что, последний поединок у нас уже будет с тобой против Сплинтера. Ну тут уже уровень будет 80-й. Вот она, шинигами. Досталась все-таки нам. Сплинтер, смотрим, ребята. Ой-ой-ой, даже 85-й, прикинь. Давай попробуем, мне интересно просто посмотреть, сможем ли мы здесь справиться или нет. Но этот бой будет тяжелый на самом деле. Слава богу, у нас есть с тобой медик в отряде. Да-да, это наш Супер Шреддер. Так, сделаем с тобой баф. Так, ну что, повышенная атака. Здесь даже критовочка у нас выпала. А здесь контратака. Прекрасно. Но вот это, конечно, мне не нравится. Ты посмотри, у Криса Брэдфорда уже почти четверть хп сняли. Это плохо. Так, минусанули. Отлично. Здесь такие же, да, оборванцы стоят. Ну, давай сделаем волну. Теперь просто запинаем. Раз. И два. Эти должны, по идее, были упасть от постепенного, но, видишь, инициативы им не хватает. Двигаемся дальше. Тут скоро нам придется с тобой брать доп. Защиту, я тебе скажу. Опа-на. Здесь давай-ка сделаем вот так вот. Здесь Леонардо. Точнее, Рафаэль. Так, бомбочку стоит ли бросать? Нет, наверное, мы сделаем. Твою же налево, как тут лучше сделать? Давай заблочим, наверное, его. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо, ты что делаешь? Да, ребята, а вы что думали? Вот так вот всегда и получается. Да что ж ты. Так, упали, да? Добьешь? Добил. Четвертая, это только четвертая волна, друзья мои. А у нас уже покоцанные все ребята. Давай доп. Защиту, срочно просто. Потому что зэк, ну ты сам видишь. На пределе. Ну-ка. Замедлили, да? Рокзара, стоит ли брать в провокацию? По идее, как бы стоит, ребят. По идее. Но они тогда его, наверное, быстро разберут. Так, давай бомбочку бросим. Замедляшка, да? Блин, они сразу в зэка, ребята, атакуют. Они сразу атакуют зэка, знают. Мимо. Уклоняшка стоит. Так, секунду. У нас есть что-нибудь с тобой? Блин, я не знаю. Давай, ну, давай провокацию я возьму. Уже от безвыходности просто.
Ой-ой-ой. Так, давай-ка еще бафнемся. Кто сейчас будет ходить-то у нас? Давай туда ракету запрыгнем. Что-то не помогает. Не помогает, ребят. Так, сердцебиение срочно на отхил. Потому что потом там будет спринтер у нас, да? Да ты запарил, а? Ну-ка, на тебе. Так, давай просто сделаем удар. Добиваем. Сердцебиение, которое у нас сейчас висит в данный момент, ребята, нам выгодно тем, что мы с тобой захиливаемся каждый ход. Так. И переходим с тобой на последнюю волну. Пятую. Кто у нас там будет стоять и ждать? Ну, конечно же, сплинтер со своими черепашками. Так, ребят, надо быть предельно аккуратным. Выносим Лео, попробуем, по крайней мере. И есть контакт. Теперь надо, в принципе, уничтожать. Нет, майки, 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 срочно майки. Ать. Давай хотя бы так, может быть. Есть. Все, они лишились хила, они лишились уклоняшки. Ну, конечно, сплинтер их тут бафнул маленько. Рафаэль контратаку делает. Доп защита. Блин, лишь бы зэка не уронили меня, а? Они ведь могут. Сплинтер упал. Все, ребят, по-моему, здесь победа. Да. Постепенный урон его уничтожит. Донателло. Нет. Ты прикинь, выжил. А если так? Вот же он крепкий, ты посмотри. Да, ребята, мы с вами прошли это испытание от курочки до курочки. И, соответственно, все на 3 звезды идеально. Ну, как бы нам не принципиально было его проходить, но мне интересно стало, справимся или нет. И мы справились, и можем тут, смотри, с тобой фармить. Фармить шинигами можем и Алапекс Кунаичи. Ну-ка попробуем. А мне достается Алапекс. А нужно кто? Шинигами. Опа, Кунаичи, вот это хорошо. Ну. Да чтоб тебе. Ну давайте, давайте, давайте. Ну, созревайте быстрее. Есть. Ну вот, а сплинтер нам как бы не нужен. Так, ребят, ну что, идеальная сегодня серия у нас была. Все отлично, все хорошо. Леонардо Космос у нас прокачался, да? До золотого ранга. Подтянули сегодня аренку. В общем, все было классно. На этом можно заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!